أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Чтобы пойти на Терскол, нужно выполнить три условия. Просить разрешения у кабардинских котов, пройти по экотропе и подняться на водопад Азау-Су. Захар кумбельна, шахаса гушаба. Урс хари кадена, шаджагу гушаба. Ранса шаджагу нахитвам зоу язавок. Ахам я завача хари куеха гушаба. Ой, вона хопит гушара рака за курица. Аршиша запад зачака да заращу гуш. Пообщавшись еще раз с кабардинскими котами и получив от них заверение, что будет хорошая погода, решено отправиться на водопад Терскол. Сам водопад находится на высоте 2800 метров. Маршрут начинается с 2200 метров, а расстояние в одну сторону 6 километров. Ну что же, в путь!
Нет. Домбай встретил нас дождем, поэтому мы решили подняться к морозу и солнцу. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. На второй день мы отправились к Бадукским озерам. Находятся они на высоте 2000 метров. Начало маршрута с 1300 метров. Протяженность 4 километра в одну сторону. А не меньше озер мы хотели узнать, что же такое Курумник. Итак, вперед и вверх! Промчавшись по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, мы сходили всего по трем легким маршрутам, а здесь их сотни. Не просто так Чока Залиханов поднимался на Эльбрус 209 раз, а последнее восхождение он совершил в честь своего 110-летия. Не просто так Визбор и Высоцкий посвящали песни гордому Домбаю. Здесь обязательно нужно побывать, чтобы почувствовать мощь горных рек, необузданность ветров и величие гор.